Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на онлайн-семинаре команды Balhai Dream Team. И сегодня расскажем о нашем любимом продукте Hemahim. Это тот продукт, с которого началась наша компания Atomy. И если бы не мистер Пак и Atomy, возможно, мы с вами бы и не узнали об этом продукте, ведь изначально он разрабатывался для ученых по заказу правительства Южной Кореи. То есть для того, чтобы сохранить здоровье ученым, защитить их от радиации и раковых заболеваний, и сохранить их иммунитет, государство Южной Кореи выделило 5 миллионов долларов на разработку БАДа. Но разработки затянулись на целых 8 лет, и по итогам было затрачено более 50 миллионов долларов. Аналога Hemahim не существует в мире. Это единственный БАД, который по своей эффективности приравнивается к лекарственным препаратам. Hemahim имеет патенты в США, Японии, Англии, Германии, Южной Корее, Франции и Италии. И имеет сертификаты стандарта GMP, что означает качество и безопасность этого продукта. Я вначале задавалась вопросом, как первые участники Atomy смогли добиться успехов, имея всего два продукта. Это у нас с вами сейчас огромный ассортимент, а у них было всего два продукта. Изначально это Hemahim, который стоил $680 за 30 пакетиков, и набор skincare по уходу за лицом. Но попробовав этот продукт, Hemahim, ты понимаешь, что он реально действует, он эффективный. Потому что если бы он не был эффективным, то люди бы купили один раз и больше бы не покупали. Но в Atomy это самый востребованный продукт. И на протяжении уже 10 лет он занимает первое место по продажам. Hemahim активизирует работу НК-клеток, которые образуются в костном мозге и нейтрализует вредные ядовитые вещества и раковые клетки в нашем организме. Он активизирует иммунные клетки, которые несут защитную функцию в нашем организме, то есть защищают нас от вирусов и бактерий. Hemahim нормализует состав крови, то есть нормализует уровень эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в крови и очищает кровь. Причем могу сказать абсолютно точно, что нормализует уровень тромбоцитов. У нас есть личный отзыв, о нем мы позднее расскажем. Также Hemahim отлично влияет на пищеварение, снижает уровень сахара и холестерина в крови, нормализует давление, причем тем, у кого завышено давление, понижает до нормы, а у кого понижено, повышает до нормы. Также учеными доказано, что Hemahim способствует восстановлению нервных клеток. Вообще, именно действие Hemahima направлено на проблемные зоны организма. Допустим, вы даже не знаете, что у вас в организме идет сбой. Но принимая Hemahim, он именно действует там, где это необходимо. Вы потом уже на себе это почувствуете. Рекомендовано принимать Hemahim людям, страдающим от онкологических заболеваний, тем, кто проходит химиотерапию. Ведь изначально он разрабатывался не атомной энергией совместно с онкологическим центром Южной Кореи для борьбы против раковых заболеваний. Также он рекомендован людям, которые подвержены стрессам, которые испытывают хроническую усталость. Тем, кто систематически болеет, у кого очень ослаблен иммунитет, даже детям, которые постоянно болеют, тоже рекомендовано. Также пожилым людям, спортсменам, студентам, чтобы восстановить силы и энергию. Рекомендуется принимать тем, кто страдает от аллергии, псориаза, экземы. Тоже есть личный отзыв, позднее расскажу. И вообще рекомендуется всем тем, кто хочет сохранить свое здоровье, кто заботится о здоровье, кто хочет повысить иммунитет, рекомендуется принимать по 2 пакетика в день. Это терапевтическая доза. Естественно, если есть какие-то явные заболевания, то имеет смысл повысить количество приема.
не рекомендуется беременным женщинам и детям до 6 лет. Но опять-таки это выбор каждого. То есть если даже ребенку меньше 6 лет, но он болеет, лучше дать, по моему мнению, дать химохим, чем лекарства, потому что химохим абсолютно натуральные ингредиенты. В состав именно входят корни дудника, пиона, бороздоплодника, витамины группы В, витамин С, мед. То есть там нет абсолютно никакой химии и нет никаких побочных эффектов. В этой упаковке 60 пакетиков, то есть 10 вот таких маленьких пачечек, в каждой пачке по 6 пакетиков. В одном пакетике 20 мл, то есть 2 столовые ложки. Мы, наша семья, пропила каждый по упаковке, то есть по 2 пакетика в день, а потом, сейчас мы пьем по одному в день, тоже, чтобы не болеть, в принципе, достаточно. Также у нас именно личный отзыв в том, что София, ей было 6 лет, мы начали принимать химохим, потому что где-то с 2 лет у нее была тромбоцитопения. Это недостаток тромбоцитов в крови. Мы на протяжении 5 лет состояли на учете у гематолога. Если норма тромбоцитов у человека от 190 до 300, то у нас было 60. Поэтому мы 5 лет сидели просто на лекарствах. При этом иммунитет был очень ослаблен, она постоянно болела. Мы вообще вся семья периодически болели по цепочке. И вот, когда я познакомилась с Атами, я убрала все лекарства и начала давать Софии по одному пакетику в день. То есть одну столовую ложку с утра и вторую столовую ложку после обеда. При этом мы сдали кровь до. У нас были тромбоциты 60. И 20 дней я давала по одному пакетику. Мы сдали кровь через 20 дней. Уровень тромбоцитов повысился до 190. В принципе, для нас это вообще шикарно. Потом мы где-то месяц сделали перерыв. И еще 2 недели я по одному пакетику ей давала. При этом у нас был запрет на прививки на 5 лет. И то есть через 2 недели мы пошли опять сдали анализы, кровь и мочу. И сама врач, которая нас ведет, она удивилась, сказала, у вас впервые в жизни нормальные анализы. Уровень тромбоцитов был 290, причем он сохранился и уже не падает. При этом она еще и перестала болеть. То есть на протяжении года, вот мы пьем химохим, мы перестали болеть. Мы перестали покупать лекарства, мы сейчас не пьем никакие лекарства, только химохим. Даже если я чувствую, что у меня насморк появляется, в чате там в родительском пишут, что дети в школе болеют, я просто даю там 3 дня по одному пакету ей, и все, и дальше насморка ничего не проходит, не заболевает. Поэтому я очень рекомендую всем, кто систематически болеет, у кого дети болеют, вот чем давать лекарства постоянно, потому что мы это прошли, я знаю, от кашля, от горла и от всего это, все равно наносит вред организму. А это абсолютно натуральный продукт. При том, что если вы скажете, что это дорого, 6 тысяч, то посчитайте просто, сколько вы тратите на лекарства. Я точно знаю, если, допустим, София заболела, это минимум 3 тысячи рублей. Опять-таки, спреи для носа, от кашля, от температуры и все. Это минимум 3 тысячи, если она один раз заболела. А если мы по цепочке, то гораздо больше уходило. Поэтому это, сделайте сами свои выводы. Также у нас отличные результаты. У мужа был псориаз на протяжении 10 лет. То есть у него были такие поражения кожи, шелушилась вплоть до крови на пальцах, на ногах, на теле. И это не проходило. Мы ходили по разным врачам, мы принимали разные препараты, мазали мази всякие. Но симптомы уходили, потом возвращалось еще хуже. Но после того, как начали принимать, он начал пить по 2 пакета в день, и через 2 недели у него абсолютно чистая рука стала. Даже можете посмотреть в Инстаграме, у нас есть фотографии до и после.
Поэтому уже проверив на себе, узнав, что это такое, мы периодически сдаем анализы, и вот я говорю, на протяжении года у нас отличные результаты. И честно вот скажу, что мы перестали все болеть. Поэтому рекомендую всем, я даже своим подругам, знакомым, друзьям, всем советую Химахим, потому что он реально действует и нет никаких побочных эффектов. Желаю всем оставаться здоровыми, ведь здоровье это прежде всего. Чтобы сохранить здоровье, позаботьтесь о нем.